Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 680. Тема «Грех». Кто относится к нечестивому в сотом псалме? Псалтирь. Глава 100, стих 8. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 18:23. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. И с праведником будет то же, что с нечестивым». Притчи 10:16. Труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху. Притчи 10:32. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Притчи 11:23. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев. Притчи 12:5-6 стихи, 10:12-26. Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Нечестивые желают уловить сеть зла, но корень праведных тверд. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Притчи 13:5. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Притчи 17:23. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Притчи 21:4-10-27. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Притчи 28:4. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Притчи 29:7. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Притчи 29:27. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Сирахов 41:11. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Кавычки закрыты. Вот определение от Бога, кто такой нечестивец. По-нашему, это беззаконник и бессовестный человек, хулитель истины, живущий во грехе, табакур, пьяница, блудник,